Всем привет! Очередная часть по Ford Fusion. В общем, случилось ДТП, после чего в ближайшее время, в течение 5 дней, нужно было попасть к страховщикам. И поскольку машина не хотела изгонять, хотя она и на ходу, но в принципе отослал заявку на выездную диагностику. Ее провели, ну и спустя неделю после выездной диагностики, вернее на 8-й день, предложили следующее. Предложили 80 тысяч. Вроде бы сумма и не маленькая, и повреждений у меня не особо, и машина якобы недорогая. Вот, но тем не менее, чувствую я, что я не впишусь в эту сумму, потому что задняя балка, потому что полностью менять бампер с покраской, ну, потому что еще не знаешь, где делать лучше данные вещи, и кто с этим хорошо справится. Развал схождения, это все понятно, конечно, но еще и АБС-ка. Вот, с которой проблемы. В общем, будем делать, будем искать сервис. Некоторые сервисы предлагают на ноябрь, некоторые в сентябре взять машину в ремонт. Ну, вроде бы нашел одного кузовного мастера, который готов взять 27-го. Не знаю, получится или нет, договориться с ним по поводу того, чтобы он прислал эвакуатор и забрал машину. Ну, вроде бы как он и балку сможет снять, посмотреть, может быть, там отрихтовать ее. Ну и, соответственно, может быть, возьмет и сделает еще этот самый АБС. Вот, ну, помимо кузовных работ, помимо покраски, всего остального. Цена, в принципе, везде одинаковая, плюс-минус. Поэтому выходит, что хватит денег или нет, неизвестно. Время покажет. Ну, а пока всем пока. Будем искать сервис и делать ремонт.